Унылые будни, скучная работа, повторяющийся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаете в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! UpX! Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда, легко? Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании, и бесплатная игра ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. Всем салюты. Всем салюты. Всем доброе утро. Мишаня, привет. Как всегда, на галере. Восемьсот. Толя Малыхин. Ромка, привет, брат. Стана, привет, салон. У меня начало не без 10 час. Чебоксар, привет. Привет, привет. Жирный на связи. Куда бежишь? Я никуда убегаю. Много? Ну как, ну немного, 7 километров. Потом пойду на грушу. Что такое злом? Грушка. Взял с собой варежки. Гродно, привет. Завтра мы усиливаемся, уже пойду заниматься с нашим тренером. Так что, Тольятти, приветствую. Круто. Пацкиш сказал своим детям троим, что вы их папа, они просто промолчали. Меня братка, я обожаю за... А это девушка. Обожаю за чувство юмора. Супер. Ростов, родной, привет. Ребят, что хочу сказать про занятия спортом. Я вообще человек антиспортивный. Для меня спорт – это тяжелейшее испытание. Каждый раз заставляет себя идти. В детстве до 16 лет, до 15, занимался дзюдо. Потом начались лихие годы. Всякое было. Вот. Ну, пришло время, видимо, заняться. Вот уже сколько, считай, год с небольшим. Стабильно занимаюсь. Бокс и эллипс. Бегать на беговой дорожке мне нельзя, потому что колени не к черту. Старость. И бегать на дорожке поясницы терновато. Вот. Так что благодаря своим каким-то тупым качествам, таким как упорство, баранье, продолжаю этим заниматься. Вот. И не слушайте тех, кто призывает. Не слушайте тех, кто отзывает вас. Когда вы сами захотите, заходите и занимайтесь. Хотя бы по чуть-чуть. Хотя бы, сука, по чуть-чуть. Вот. Потому что всякие чушкомойки там будут вам рассказывать. Алкоголики, наркоманы и тому подобное. Не слушайте этих чушек. И если вы решили заняться спортом, просто берите и занимайтесь. Не оглядывайтесь назад. То, что в жизни было сложного, трудного, тяжелого, просто наплюйте на это. И живите так, как считаете нужным. Потому что
определенной группе людей в этом мире не нужно повода, чтобы вас ненавидеть. Они найдут всегда что-то такое в вас, что будут, за что вас будут ненавидеть. Будут всем это приводить какую-то железобетонную аргументацию. Вот. Ненависть — это и хлебушек. Мы будем умней, вас призываю. И просто делать свое маленькое дело. Пусть с ошибками, пусть что-то будет не так. Даже мудрецы ошибаются, елки-палки. Все, что про нас говорит ребятишек из Ростова. Так что я вас обнимаю. Обнимаю вас. Слушайте себя, свое сердце. Я помню, мне один товарищ сказал: ты знаешь, есть группа людей, которая тебя очень любит. Большая группа людей. И такая же большая группа, которая тебя ненавидит на этой планете. А еще есть 99% людей на этой планете, которые вообще ни хрена и не знают о твоем существовании. Так что нужно легче к своим персонам относиться. С юмором. Ладно, что, обнимаю вас крепко. Дурку, груженный, бошенный бомбардировщик. Это золотые. Так, все, обнимаю вас. Подбег, заканчивается уже моя дистанция 7-километровая на эллипсе. И 600. Сейчас добежим уже вместе. И вот дела. И еще всем жителям Соединенных Штатов, всем нашим землякам напоминаем, что 1 февраля стартует тур в Соединенных Штатах. Всех ждем, наших людей. И еще мы едем снимать газлайв на UFC. Так что скоро появится пост, я думаю, куда можно будет присылать свои вопросы. Мы будем их там задавать и снимать, как все устроено в UFC. Так что вот такие истории нажму. Баку, привет. Кемерово, привет. Бишкек, привет. Все, вас. И выйдем сейчас в эфир с кем-то, да? Наша рубрика «Говори, говори, но почему же ты молчишь?» Привет, Петро. Привет, Олег. Олег тебя зовут? Алло, Василий. Не слышно тебя. Алло, привет. Да. Олег зовут у тебя? Да, Олег, все правильно. Из какого ты города? Москва, Вась. Связь такая, как будто тебе во Владик звоним. Не, я сижу, супругу жду с ребенком. Едем тещу поздравлять с Рождеством. Держись, братан. С удовольствием читаем книжечку вечером ребенку. Прям вообще супер. Спасибо. Можешь передать привет, сейчас поздравить кого-то. Поздравить? Ну, кого-то, если хочется, поздравить, привет. Ну, давай поздравим. Ты тещу поздравишь, да. Олег. Тещу поздравишь, зачтется тебе, братан. Тещу, да, обязательно. Теща, куда без тещи-то? Как ее зовут? Антонина Васильевна. А что, запарился, что ли? У тебя две тещи, что ли? Да не, ребенок что-то стучит в дверь. Иди, заходи, садись в машину. Ладно, что не буду тогда тебя отвлекать. Ей привет. Да не, все нормально, Вась. Когда в Москве концерты? В апреле? Как всегда, братан. Как всегда, в апреле. Понял. Ну, так слушай, что? Респект. А альбом когда новый будет? Все, ждем. Нинтендо. Или сейчас Нинтендо идет работа. Нинтендо, братан. Весной, Нинтендо. И концерт понял, будет весной, большой. Понял, весной, да, будет? Нинтендо, Нагано, да, совместный большой концерт будем делать. Я понял. А как можно это?
На концерт, как говорится, за кулисье попасть тебе. Легко. Напиши мне сейчас в директ просто. Все, понял. Спасибо, Вась. Вот супруга пришла. Здрасте, здрасте. С нас с праздниками со всеми поздравляю. С праздником. Да, очень приятно вас видеть. Взаимно. Маме при... А, стесняется, стесняется. Все, обнимаю. Ну все, все, Вася, давай, все, удачи, удачи. Ну, в директ, напиши, напиши в директ. Так, и что, мамми. Все, ребят, на сегодня толстяк выполнил норматив. What's up, G? Let me преобразиться, понял? What's that, bro? Шарик, ты что, рекроса стырил его очки да. И ставил? Я с кокаиновой вечеринки приехал. Ты под или с? А? Ты под или с? Не, я это, я вместе. Я. Брат, я, как я, у тебя дела? Ты все за молодостью бежишь, да, брат? Братан, я вообще просто рву, брат. Я вижу, просто... брат. Брат, тебе третий день. Надо... Там в отеле вода, наверное, закончилась. В отеле вода не закончилась обливаться, скажи мне. Братан, не в этом суть, братан. Просто знаешь, почему я так готовлюсь, брат? Почему? Потому что завтра я встречаюсь с тренером, и тот меня будет убивать. Мне надо хоть как-то размять, понял? В натуре? Да, завтра мне бог... Не, дядя Руся не сядет, мы это знаем. Тренер с усиком, не с усиком. Еще один, ну пацан, здесь в Дубаях. А, последний раз, когда мы тренировались, вот это был Малик, когда мы с ним тренировались, вот я себе чесал руку, поднимал вот так, и карман мне доносил до руки, я блин, вот так. Хорошо, что друзья рядом, да, брат? 100%. Ну и что, как ты? Нормально, брат, я работаю. Так сказал, как будто ты ветеринар на клинике работаешь. Не, работаю над собой, чтобы в этом году быть еще лучше. Брат, ну, обнимаю тебя крепко. Я тебя тоже. Ты как, ты в Дубаях, да? Да, брат, здесь пока. Нормально, загораешь? Не, ну как я тушусь, брат, просто. Тушусь. Коптишься, да? Ну, тушусь, от слова тусить, брат. Ты на Старый Новый Год будешь у нас? Не-не-не, еще здесь буду, брат. Еще здесь буду. Я понял. Что буду колпашиться. Ну, я готовлюсь, братан, к Америке. Все, я, братан, готовлюсь так, что ты не представляешь. Ну, размотаем все. Рад тебя был видеть, брат. Все, брат, обнимаю тебя тогда. Давай. Обнимаю. Пошел, Мадрушка, обнимаю. Сейчас, одну кепсу тут. Увидел. А что вот прямой эфир? Вот Поликман, вот молодой человек. Не выйдете в прямой эфир. У него дела, он в жопу лежит, власть его поддерживает. Вот петушары, а. Чего за закрытого аккаунта ты, старичок, ты пишешься? Так. Блин, жаль не выйдете в прямой эфир. Мы сейчас попробуем героя. Ну, где ж ты? Чуха били. Аня, привет. Всем привет. Всем привет, друзья. А вот, мы выйдем в прямой эфир. Поговорим. Что ты прямой эфир отбиваешь, чушок? М? Страшно тебе? Давай выйти в прямой эфир еще раз. Чухомод. Я вот, знаете, последнее исследование сделал. Все, кто пишет такие грозные, суровые обвинения, там,
про агента Кремля, про врага народа. Вы, сука, хоть одно животное, откройте просто аккаунт, хоть посмотреть на вас, кто. Если это ваша правда, чего боитесь-то говорить? Если у вас есть доказательства, если у вас есть какая-то прямая речь, чтобы о чем-то серьезно высказаться, не так, как чушки делают, да? Фантазиями делятся своими девчачьими. Откройся, откройте аккаунт и будем разговаривать. Нет. Вот она ваша правда, она ничего не стоит. Потому что за ней нет ничего, кроме вашего желания самоутвердиться с закрытого аккаунта и показать свою силу там, где ее не надо показывать. Нет, слушай, что значит, вот ты пишешь, сам не вникай. Я вникаю, всегда мне интересно, почему люди, на каком основании люди там что-то говорят, какие-то умозаключения делают. Мне это интересно. Когда вникаю в суть, оказывается, что там ничего нету, просто фуськи. Грустно плачущие фуськи. Так что хочется героев каких-то настоящих, экспозиции, чтобы сказали прям, встретиться, пообщаться с ними. Но никак не получается. Никак не получается. Ладно, не суть. Да, хейтеры по-любому будут, конечно. Хочется хоть увидеть, но хотя уже не с кем увидеться. Все хейтеры плачут. Ладно, все, всех обнимаю. Да никто не откроется, ребят. Никто не откроется. Все, я вас обнимаю. Агент Кремля на связи с вами.